Я сам из Санкт-Петербурга, но уже как 2 года живу в Москве. В Сибири, но и в Москве, и на Черном море. Я из Крыма, но сейчас переезжаем еще жить на Кубань. Я приехала из Украины, живу в Краснодаре. Я прилетела из Швейцарии. Я приехала из Владимирской области, город Покров. Я из Ярославля. А я из Германии, недалеко от Берлина. И совершенно об этом не жалею. Мы приехали, я, ну так возьмем, что мы брат и сестра родные. Мы родились в Петрозаводске, Карелия. Довольно-таки сильное место. Сильное место. Вот. Сейчас сестра живет в Санкт-Петербурге, а я живу в Петрозаводске. Я приехала с города Ишкарла. Одесса. Черкассы. Для меня «Империя сильнейших ведьм» — это начало-начал. Для меня «Империя» — это получение знаний. Для меня «Империя» — это второй дом. «Империя сильнейших ведьм» — это необъятная чаша, вот, где все силы, все, что происходит, это все здесь, вот именно в «Империи сильнейших ведьм». Это какая-то концентрация очень мощная, очень сильная, действительно знающих людей, и знающих людей как мир, который мы видим, и мир, который мы не видим. Это очень важно. Первый раз я поняла, что для меня «Империя» обозначает, когда я летом приехала в Москву на круг силы. И когда каждый представлялся, откуда он, знаете, было очень интересное ощущение. Все такие разные, но просто ощущение, что это твоя большая семья. Что на что Алена нас вот действительно собрала в большую дружную семью. И что очень интересно, что в ней было чувство какого-то конкуренции, не кто-то лучше или хуже. Вот точно так же здесь на школе было. Да? Когда наоборот, каждый помогают друг другу. И даже когда во время вчера ходили в обеденный перерыв, просто пиццу ели люди, которых ты просто второй день или первый день в своей жизни видишь, а ты ощущаешь их как действительно твои братья и сестры. Вот это для меня это «Империя сильнейших ведьм». «Империя» — это как большая семья, собраны совершенно разные люди, совершенно разные мастера, и даже начинающие, ну, в принципе, даже начинающие приходят там в «Империю». И когда эта сила соединяется, это получается такая мощь, это силище, которую, в принципе-то, создала Алена, один человек. Это сила. Это семья. Для меня «Империя сильнейших ведьм» — это такое сообщество людей, наверное, которых я, может быть, искала всю жизнь. То есть людей, которые разделяют со мной мои интересы, мой основной интерес в жизни, которым является магия. То есть всю жизнь мне такие люди не встречались, и вот когда я наконец нашла или меня привели силой в «Империю сильнейших ведьм», я обрела вот такое сообщество близких по духу для меня людей, что, конечно, очень ценно для любого человека. Которые понимают, о чем, конечно, ты говоришь. Да, с которым можно говорить на одном языке. Это знание и сила. Это все. Это то, с чего началась моя жизнь, она открылась. Полностью меня изменила. Да, потому что, оглядываясь назад, я не жила до «Империи». Я, скажем так, вот я дошла до определенного какого-то ступеньки в развитии и пошла вниз. А у меня я тоже остановилась, не знала, куда идти дальше. Да. А это дало новое развитие и столько возможностей, столько дорог. Скучно-то точно не будет, никогда больше. Да. Всегда знаешь, что впереди еще что-то есть, надо просто двигаться. Новое развитие. Да. Для нас «Империя сильнейших ведьм», мы брат и сестра будем говорить, может быть, отчасти вместе. Да. Это для нас все. Это для нас начало-начал, изначалье. Ну, это этап, это очередной какой-то этап развития в нашей жизни. И я думаю, что мы будем идти вместе, у нас будут... Мы к этому долго шли, да, блуждали, шли, и мы пришли к тому, что давно-давно искали. В принципе, дальше надеемся и знаем, что будет интереснее, будет развитие, да, будет рост, мы будем расширяться, наша семья «Империи сильнейших ведьм» будет расти. Она и так растет. Она растет. В родах растет. В родах растет. Да. Поэтому для нас империя — это все. И чувствуется это, сила-то чувствуется. Алена Полынь — наставник, действительно сильный учитель. И когда же сегодня было сказано одним из наших учеников, это прям мама, которая нас переродила еще раз, заново нас родила, и мы действительно теперь, как дети, получается, еще больше знаем, и для нас теперь уже два мира, получается. Это теплое, да, это теплое, это что-то такое, вот, на самом деле, материнское. Для меня Алена Полынь — это тоже учитель, учитель номер один, я бы сказала, наверное, первый и единственный настоящий учитель, потому что такую глубину знаний, настоящих знаний, я увидела и вижу только от нее. И я думаю, еще долго будет именно в таком ключе это все продолжаться. То есть равных ей нет пока вообще, мне кажется, на земле людей. Вот, поэтому это учитель номер один в моей жизни. Мы приедем на следующую школу. На институт? На институт, да. Уже. Алена Полынь – это моя мама в магическом... Это тот человек, который помог мне родиться в магическом вот плане, как ведьма. Вот именно раскрыл меня. Учитель. С Аленой я познакомилась в 2016 году. Первый раз было посвящение. Я ее узнала, я сразу почувствовала энергии, вибрации, мы настолько сошлись, можно так сказать. И вот как учитель она мне очень помогла и подошла энергиями, и другого, в принципе, мне уже и не нужно. Алена Полынь для меня отозвалась как учитель. И почувствовалась как мама. Учитель, который направляет, ведет и пинка дает в нужном направлении. Когда иногда боишься чего-то, думаешь, получится, не получится, а послушаешь, прям новая энергия появляется, новое желание жить и творить, идти вперед и что-то свое создавать. Прежде всего, учитель. Да, мама. Это даже, наверное, мама, скорее всего. Это вторая мама. Да. Это не сразу почувствовалось, как совсем только мы недавно пришли, это пришло осознание совсем, вот буквально, ну вот прям перед закрытой школой, как-то вот, может, за полтора месяца, за месяц. Да. Это для нас мама, мы чувствуем вот защита, там гнездо, вот такая, защиту, да. Как будто мы вот такие рядышком, ну не птенчики, но мы дети, мы вместе с ней растем, она нас поднимает, она нас ведет, да, на хороший, добрый, чистый, прямой путь, где мы будем набираться сил, мы будем себя... Ну, проще говоря, что мать своим детям желает, того, в принципе, мы и получаем. Да, то мы и получаем. Алена Полынь – это человек великой харизмы. Для меня Алена Полынь – это учитель, который поможет мне достигнуть тех высот и вершин магии, которые я хочу. Для меня Алена Полынь – это великая женщина, очень мудрая, просто кладезь знаний. И она вот как, с нее берешь постоянно пример. Она не дает, грубо говоря, закиснуть, застрять в каком-то отчаянии, что вот у меня ничего не получится, там то-сюда. Посмотришь, нет, можно двигаться вперед, это делать надо, и встаешь и идешь, и двигаешься. Смотришь на нее, вот она так достигла, и мы сможем. Вперед и только вперед. Еще столько, как говорится, неоткрытого изучать и изучать. Она действительно обладает колоссальными знаниями. И что очень интересно, что она, во-первых, она сама растет, и это чувствуется. И что меня самое больше привлекает в том, что она заставляет людей думать. То есть она действительно из паразитов делает творцов. И это, ну, это может быть грубо сказано, но это действительно смысл. И если посмотреть всю систему образования, наши средства массовой коммуникации, то есть и фильмы, то, что нам показывают по телевизору, по радио, нам просто внушает вот этот паразитический образ жизни, что потреблять, потреблять, потреблять. И Алена Полынь как раз таки снимает вот эту маску и показывает, в чем роль человека, что человек пришел сюда на землю, чтобы стать творцом в материи. И она для меня является большим учителем, я ей благодарна. Знания действительно глубинные, знания изначальные, и очень здорово, что Алена дает именно концентрат вот этих вот знаний, которые прям из самых-самых-самых глубинки, из самой прям глубинки времени. Действительно есть возможность прикоснуться к вот этим знаниям. Это очень здорово даже в современном мире при гаджетах всеразличных. Эти знания, они все равно будут полезны, потому что они спустя время проходили, дошли до сегодняшнего времени. Это очень здорово. Поэтому знания сильные. Все верно. Даже нельзя сказать, насколько они, это безграничное знание. Какой бы вопрос ни задали Алене, она всегда ответит на него. Никогда не было ни единого раза, когда она говорила, что вам это рано, или это вам еще не надо знать. На любой вопрос есть ответ. Любая тема раскрывается, рассказывается так, как было бы понятно всем остальным. Других знаний таких, ну, честно говоря, если посмотреть в интернете, я пробовала смотреть, вот опять же, возвращаясь, либо делятся на белых и черных, либо это одни плохие, другие хорошие, те говорят, те плохие, те хорошие. Здесь соединено все воедино. Это, в общем-то, правильно. Энергия есть энергия, и делить ее не нужно. Ну и другие практики, ну или магии, можно так сказать. Когда задавала я вопросы по поводу, ну, свои вопросы задавала, можно, нельзя, это не нужно знать, давайте вы потом как-нибудь, это не ответ для мастера. Алена дает всегда четкие ответы, всегда правдивые и значащие. То, что Алена Полынь дает, это стопроцентно практические знания, которые вот просто можно брать, принимать, применять на практике, сразу видишь результат, и этот результат тебя мотивирует дальше развиваться. А в интернете, во-первых, там нужно искать, что сегодня интернет заполнен мусором, и чтобы найти эти крупицы знаний, это, конечно, очень, очень сложно. И магия, то, что для меня дает Алена Полынь, это знания. И все знания, стопроцентные знания, которые дает Алена, это действительно практические знания, которые применяют, которые изменяют нашу жизнь и окружающий мир. Алена Полынь дает знания глубинные, не книжные, и их невозможно где-то прочитать или наткнуться в интернете, потому что в интернете мы видим то, что люди переписывают друг у друга, где-то прочитали, и очень часто мы попадаем на знания, которые по сути в себе не содержат ни сути, ни знания. Алена Полынь дает изначальные знания, это во-первых, а во-вторых, она дает ключ и то умение, которое позволяет открывать в себе способность находить знания, истинное знание, а не просто считанное, слизанное где-то у кого-то. К этому комментарию вообще нечего добавить. Она сказала, наверное, за всех. Молодец. Да, согласна. Да, это нисколько не книжные знания. В интернете именно знания, которые Алена Полынь дает, нет, скорее. Ну, разве что там 100 раз перепечатанные. Она дает ту базу, которая утрачена в принципе. В интернете вот какие-то, я не знаю, какая-то такая мешанина, просто обрывки из знаний. Она дает именно базу, вот, и потом уже понимаешь, откуда это взялось в интернете, откуда оно выплыло. Или даже не в интернете, а в каких-то культурах, откуда эти отрывки вообще. Ты просто понимаешь, что ага, это отрывок вот этого, что эта культура хранит воспоминание о цельном вот этом обряде там, или о цельной какой-то традиции. Я тоже так считаю, что то, что получаешь у нее, вот вроде бы теоретически ты знала, там кусочек, а она сложила эти части в единое целое. То есть лучше осознаешь и начинаешь пробовать, а в интернете наоборот, из ее знаний начинают перекручивать такое, что потом думаешь, а что это вообще было? Много интересного. То, что говорила Алена, во мне всегда отзывалось как воспоминание глубинное. И эти знания, они настоящие для меня. Так что подчеркнуть их в интернете, в открытом виде не подчеркнете. Тут совсем все по-другому, тут я даже объяснить-то не могу. Тут вот это вот взаимодействие, общение и работа, она как-то вот это вот действительно открывается воронка и начинает все крутиться, вертеться, и происходит какой-то вот такой вот, не то чтобы эмоциональный всплеск, а какое-то такое развитие реально идет, вот прям вот по воронке раскручивается. Эти знания не взять нигде, ни в книгах, ни в интернете. В книгах, в интернете там то, что пишут нам другие люди. Мы их читаем, мы проходили этот этап, когда мы хватали, да, все подряд, других авторов, там, издателей. Да. Но мы же не можем, мы не верили, что это вот человек говорит правду, откуда он это берет. Ну, а как правило, это вот все зависит как-то внутренняя чуйка, внутреннее осознание, что доверие твое человеку, который… Это, да. И плюс еще душа, она откликается. То есть вот Алена нам что-то рассказывает, мы не то чтобы в это верим, мы это чувствуем, что это так. Это на самом деле так. И она нам подтверждает то, что мы чувствуем. То есть сознание, материя, то есть вот тут все вместе. Ну и дальнейшие свои, когда ты работу уже делаешь, ты действительно получаешь результат. Знания, которые дает Алена Полынь, не только в закрытой школе магии, но и в принципе, которые она дает в своих книгах, картах, в своих конференциях, семинарах, их вообще нигде, на мой взгляд, невозможно найти. Ни в интернете, ни от каких-то других людей услышать. И я считаю, что самое главное, что дает нам Алена, то есть, как модно сейчас говорить, она дает нам не рыбу, а удочку. То есть она нас учит, как самостоятельно, без всякого там интернета, я не знаю, еще каких-то бабушкиных тетрадей, дедушкиных легенд, взять и самостоятельно творить магию, создавать свои собственные ритуалы, видеть, вот, помогать людям, помогать себе, своим семьям, своим родам. И это уникально, это бесценно. Я приехала именно к Алене Полынь, потому что этот человек обладает истинным знанием. И не только истинным знанием, а редкой способностью и умением донести это знание до других людей. Я приехала к Алене Полынь, посмотрев ее конференции, которые на меня произвели очень огромное впечатление, и я хотела воочию убедиться, так ли это. И нисколько не разочарована. С Империей я знакома уже год, и могу сказать, что альтернативы какого-то, как я бы сказала, выбора, чтобы можно было бы выбирать между ею и кем-то, по-моему, нет. Еще. Ну вот так вот на самом деле. Но в таком, да, потоке, то, что человек, когда он осознает своим сознанием, да, к чему он такого учителя, ну кто-то наставника, да, человека силы, ведущего, ну у всех это по-разному, на языке, да, но встречается тот человек, который может на одной волне, на одной ноте, и то есть это до того это так все как-то складывается, слаживается, что, ну, это слова не всегда можно подобрать, ну как бы так вот. А кому на самом деле еще можно ехать, когда можно посмотреть, может быть, в интернете очень много мастеров, но действительно вот это вот излучение сильное, мощное и вот излучение кладези знаний, оно на самом деле происходило лично у меня только от Алены. Да, то есть когда происходят вещи, то есть они не явны, невидимы, да, но они в яве как-то преобразуются, и Но это можно назвать чудо, какие-то события. Это необъяснимое, то есть не все слова можно подобрать. Мурашки пошли. Да. Я сколько не пробовала практики других мастеров, у меня, скажем, меня не устраивал результат или его не было вообще. Вот я себя уже начала считать просто деревянной в магии. И тут мне попалась информация от Алены о платке, и у меня что-то сработало, я что-то стала ощущать. И это мне как бы дало, меня это окрылило просто. И все это как бы предрешило мою уже дальнейшую как бы деятельность. Я тоже перепробовала многое. Начала я давно искать, и где-то пробовала, ничего не получалось. Я думала, что тоже у меня ничего не получится, неспособная. А когда попала, нашла случайно эти видео от Алены Полынь, я их все пересмотрела, начала пробовать. И оно действительно пошел прогресс. Сначала понемножку, а дальше больше. И жизнь меняется. И меняется только в лучшую сторону. Главное захотеть. А она направляет и учит. Ну, в нашей жизни было очень много людей, которые, так скажем, с нами пересекались в этапах. И с которыми так, ну, взаимодействовали, мы ждали от них, да, помощи какой-то, но конкретно какой-то вот конкретики от них не было. То, что мы хотели получить. Сначала мы получали свои ответы на вопросы как помощь от людей, то есть мы ждали, что нам кто-то что-то должен, мы платим деньги, да, нам люди дают, но нам этого было недостаточно. Потом нам пришло осознание, что мы должны создавать свое. И когда мы будем работать над собой, мы будем что-то создавать, от этого мы будем еще больше получать. От того, что мы больше получаем, ну, раскручивание, то есть раскручивание вот этой вот энергии, взаимодействие, это приводит к чему-то великому, могучему, большому. Да. И вот, когда мы уже пришли сюда, мы это реально все ощутили, то есть в Империи. Алена – это наш учитель, это то, что, я говорю, мы искали давно. Давно, и мы это нашли. Как только мы это нашли, мы зацепились, и все, мы поняли, вот мы здесь будем, нам тут хорошо, нам тут тихо, спокойно, и мы имеем, как бы, да, вот этот рост, развитие, то есть мы это ощущаем на себе полностью. Алена Полынь очень мощный, ведающий человек. Даже нельзя сказать, что это там просто ведьма. Она настолько в великом смысле ведающая, что даже не передать смысла, глубинного смысла этого слова, как ведающая мать, ведающая материю и очень много знающий человек. Я приехала к Алене, потому что пошла за своим чувством.